Добрый вечер, уважаемые дачники. Всем привет. Время вечера, значит, пора готовить. Сегодня мы будем готовить куриный суп на костре. Попробуем, это для нас своего рода эксперимент. Ни разу еще куриный суп на костре не готовили. Я думаю, получится очень вкусно. Ингредиенты традиционные: морковка, картошка, лук, чеснок, зелень и макаронные изделия. Курочка у нас в супе будет не своя, наших жалко, а покупная из ближайшего деревенского магазина. Разжигаем мангал. Нагреваем казан. Делаем сразу зажарку. Начинаем варить суп с зажарки. Лук сейчас поджарим немного. Сейчас мы залили воду и положили куриные ножки. Ждем, когда закипит. Потом убавим огонь. Сейчас вон какая погода прекрасная. Сейчас покажу видео, как мы сегодня ездили на озеро. Какая была там погода. Ну вот, приехали на озеро. Никого. Что делать? Холодно. 20 градусов. Все, народ купается уже. Только вода так себе. Можно, в принципе, купаться, если бы солнце было бы. Да, согласен. Было бы полотенце? Согласен, да, вода прям ответит. Такой вот пляжик дачный. Мне было бы очень жарко, я бы прям вдали. Туда нужно будет сходить на рыбалку, посидеть с удочкой. Перемешиваем, закрываем крышку, все, нарезаем морковку, картошку, кому как нравится, мне больше нравится, в данном случае кубиками. Нарезали, высыпаем. Режем картошку. Купаем картошку. Добавили немного макарон. Добавляем лавровый лист. Добавляем петрушку. Свои пока нет. Пользуемся сушеной. Ну и черный перец. И напоследок добавляем зеленый лук. Ну, на вид выглядит неплохо, да и запах тоже очень вкусный. Сейчас будем снимать пробу. Ну а всем, кто досмотрел до хотя бы до этого момента, говорю огромное спасибо. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Могу сказать, что эксперимент удался. Куриный суп на костре получается совершенно другим, не такой, как на обычной печке. Очень вкусно. Я уверен, что понравится всей вашей семье. Ну а всем, кому понравилось мое видео, прошу поставить лайк, подписаться, написать какой-нибудь комментарий. Спасибо.